Когда столбик термометра подскакивает выше отметки в 30 градусов, многие владельцы квартир жалеют о том, что поскупились купить хороший кондиционер. Особенно страдают жильцы тех апартаментов, чьи окна выходят на солнечную сторону. Но спастись от жары можно без приобретения дорогой техники. Примени на практике эти идеи, и ты не почувствуешь ни малейшего дискомфорта в знойные дни. Поехали! Жаркой душной ночью можно проворочиться в кровати не один час, уснув лишь где-то под утро. Чтобы отдохнуть полноценно, рекомендуется перед сном положить подушку на 10-15 минут в холодильник. Ночью от духоты тебя может спасти обычное махровое полотенце. Для этого необходимо намочить его в холодной воде и поместить на подоконник у открытого окна. Вот и все, самодельный кондиционер готов. Кубики льда помогут охладить воздух в душной комнате. Для этого поставь небольшую миску с замороженной водой перед включенным вентилятором. Холодная ванна для ног – отличное решение в знойный день. Также эта процедура поможет быстро уснуть. Стоит убрать из спальни все электроприборы, особенно если они излучают тепло. Мокрые носки – лучшее решение для жаркой ночи. Помести пару чистых мокрых носков в морозилку на несколько часов и надень их перед сном. А как ты спасаешься от жары? Обязательно поделись с нами своими хитростями и уловками в комментариях. А на этом все, ставьте лайк, если понравилось видео. И не забудьте подписаться на канал, чтобы не пропустить новые видео.